о текущих работах на «Хаят-2». В порядке рабочего взаимодействия Госатомрегулирования Украины, Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности и компании «Холтек» продолжается рассмотрение и доработка документации на оборудование «Хаят-2». В настоящее время получены выводы государственной экспертизы ГНТЦ и ЯРБ на все технические спецификации оборудования, важного для безопасности, на технические спецификации систем, на все согласованные программы заводских приемочных испытаний, оборудования, важного для безопасности, и на программы классификационного оборудования. В июле на площадке «Хаят-2» завершены комплексные испытания. Системы обращения с ЖРО, системы подачи гелия, системы обращения с твердыми радиоактивными отходами горячей камеры, завершена опытная эксплуатация системы радиационного контроля, системы учета и контроля ядерных материалов, системы учета и контроля радиоактивных отходов, автоматизированные системы контроля радиационной обстановки. Оформлены акты приемки и готовности данных систем к приемочным испытаниям. Прошли приемные индивидуальные испытания крановой тележки с лебедкой и захватами. В рамках программы холодных испытаний «Хаят-2» с имитаторами отработанных тепловыделяющих сборок прошла разборка имитаторов ОТВС на столе обращения с поврежденным топливом. После проведения индивидуальных испытаний оборудования, важного для безопасности, подрядчик должен предоставить заказчику окончательные редакции технических спецификаций для согласования их ГРУ и утверждения заказчиком.